Сегодня приготовим виноградное варенье. Для этого нам потребуется 1 кг винограда, 600 граммов сахара и 1 стакан воды. Наливаем воду в кастрюльку, даем закипеть, кладем сахар и варим сироп. Пока варится сироп, мы очистим виноград. Сироп закипел, кладем виноградные ягодки. Даем варенью закипеть. Виноград можете выбирать любой, любого цвета. Можно с косточками, можно без косточек. Но мне больше нравится виноград с косточками. Косточки придают варенью ореховый вкус. Косточки улучшают моторику кишечника. Варенье закипело. Теперь убавляем температуру плиты и кипятим 5 минут. Если вы хотите варенье законсервировать, то пенку нужно обязательно снимать, так как пенка может дать окисление, и ваши банки могут взлететь. А если вы варите варенье просто попить чайку в небольшом количестве, то эту пенку не обязательно снимать. Пенка уваривается и исчезает. Выключаем плиту и даем варенью полностью остыть. Варенье остывало 5 часов. Ставим на огонь. Доведем опять варенье до кипения. На медленном огне прокипятим 5 минут. Выключим плиту и дадим варенью опять остыть. И так мы проделаем 3-4 раза. Кипятим варенье 5 минут, потом остужаем 5-6 часов, опять кипятим, опять остужаем. И так до полной готовности. Мое любимое виноградное варенье готово. Готовность варенья можете проверить, капнув сироп варенья на ноготь. Если капля не растечется, значит варенье готово. Приятного чаепития. Будьте здоровы, живите богато!